Привет, друзья! Привет вам из Геленджика. Я сижу на набережной, отдыхаю. У меня через полтора часа автобус, то есть деваться некуда пока. И я поймала себя на мысли, что мы разучились отдыхать. Тупо разучились отдыхать. Ну вот, сиди, наслаждайся морским, сосновым воздухом, потому что рядом сосны, я сижу под шикарными соснами. Нет, вот все время нужно, мысль о том, что нужно что-то сделать. Нужно что-то сделать. Что, не знаю. Ходить, не ходить, я и так ходила. Вот думаю, вот ненормальная. Но когда выдастся такая возможность, ничего не делать. Просто сидеть, смотреть на море, на проплывающие лодки, корабли, на отдыхающих. Нет мысли так. Там надо что-то сделать, там и уже планы на то, что завтра нужно сделать. Думаю, боже мой, как же мы загнались, что ли, с этой жизнью. Работа, дом, дома дела, дома проблемы. Работы нет, все равно дела и проблемы. Не знаю. Как-то раньше было проще, что ли. Я работала в детском саду, и отпуск у меня был практически полтора месяца. И я отдыхала, очень хорошо отдыхала. Сейчас, елки-палки, три дня в Геленджике. Отдыхай, не хочу. У меня был активный отдых. Утром на море сбегала, и дальше то я была в Кабардинке, то я на Олимп, то я моталась по всей набережной первый день. Сейчас есть возможность просто посидеть, о чем-то подумать. Нет, вот все время хочется встать и куда-то идти. И вспоминается мне две вещи, два фильма. Первый фильм «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? А второй фильм называется «Джо Блэк». Я люблю этот фильм, там играет Хопкинс, Брэд Питт. Брэд Питт играет смерть. Она решила провести свой отпуск на земле в теле человека. И как-то она зашла в больницу искать свою знакомую. И, ну, как бы ее узнала старушка, которая тяжело больна. И она его попросила: забери меня. Я знаю, кто ты, забери меня. А смерть посмотрела на него и говорит: на вас, людей, не угодишь. Приходишь вы недовольны, не приходишь, вы опять недовольны. И я вот думаю, так ждала поездки в Геленджик. Приехала в Геленджик, отдыхаю. Ну, елки-палки, сиди, наслаждайся. Нет, меня куда-то тянет, мне что-то надо. Странные вообще-то мы люди. Странные. Не знаю, кто как, кто-то может умеет наслаждаться всем. Я наслаждаюсь, я ничего не говорю, но все время где-то на заднем плане должны быть какие-то действия, как вроде ты что-то не сделал, что-то, я не знаю, не успел, что-то как-то, хотя у меня вещи собраны, номер я уже давно сдала, вещи Лиза у себя оставила. Я, вон, видите, даже с ненакрашенными губами, потому что я взяла с собой только маленькую сумочку, чтобы не тратить лишних денег, которых уже минимум. А, и вот сижу как раз и думаю. И вот думаю, вот я сейчас себя займу, я порассуждаю. Может быть, люди со мной потом поделятся своим опытом. Может быть, скажут, что я делаю не так. Ну, я знаю, что я паникерша по натуре и все время нервничаю из-за чего-то. Сейчас я, допустим, нервничаю, чтобы уехать.
казалось бы, билеты есть, все есть, все равно какие-то есть задние мысли. В общем, ненормальное, понятное дело. Вот. Я-то знаю, что все будет хорошо, все нормально. Я еще понаслаждаюсь и морем, и сосновым воздухом. Но в голове мелькали такие мысли, я решила с вами поделиться. Ну вот как-то так. Пишите, делитесь своими жизненными опытами, впечатлениями о жизни, об отдыхе. Я понимаю, что тут еще моя проблема в чем? Я не люблю лежать на пляже и не очень люблю самой купаться в море. Ну, окунулась утром несколько раз, поплавала немножко и все. Мне этого достаточно. Я предпочитаю вот посмотреть на что-то, вести активный отдых. Поэтому мне немножко с этим сложновато ничего не делать. Ну, еще понаслаждаюсь видом, подышу воздухом целебным и в путь домой. Так что прощаюсь с вами. Берегите себя и своих близких. Учитесь отдыхать не так, как я, а лучше меня. Видео из Геленджика я буду выкладывать, когда приеду. Пока-пока. До встречи.